Ты знаешь, что Петров, ведя программу по Дубинскому, всячески пытается его отмазывать, что интересно. Так, видимо, свой же коллега, Папа Карло, один. Папа Карло один, что у Петрова, что у Дубинского. Конечно, давай. Хозяева одни в России. Ну ничего, ребятки, вы скоро вы все там соберетесь. В тюряге. Я же говорил об этом неоднократно. Все скоро там будете по обвинению в госизмене. И засадить Петрова я так точно помогу нашим спецслужбам, потому что материал собран потрясающий. Мы его засадим коллективно. И ему засадим, и его засадим.